Свалки мусора – такого же объема проблемы. Отходы не вывозят с контейнерных площадок поселка Кугеси. Об этом жители твердят в соцсетях и прилагают доказательства. Что изменилось за 3 дня? Наша съемочная группа сравнивала факты до и после при норме летнего ежедневного вывоза отходов. Найди отличия. Занимательные задачки. Вот улица Советская. 13 мая контейнеры полны. 16 мая пусты. Однако куча веток за контейнерами так и дожидается своего часа. Идем дальше. Переулок Нагорный. Мешки возле мусорной площадки убраны. Отклоняемся от маршрута и на улице Энгельса застаем картину маслом. Горы мусора, любовно отмеченные сердечком. Вывозят, дай бог, раз в неделю, и то бывает реже. Вон контейнеры все дырявые. Половина остается, даже когда вывозят. А в жару так вообще тут воняет и невозможно, в общем, дышать. Та же история и на Озерной. И хотя на всех площадках висят предупреждения, что сюда можно сбрасывать только бытовые отходы, рабочие с соседней стройки без зазрения совести несут мешки. Улица Южная тоже не может похвастаться пустыми баками. За 3 дня здесь ничего не изменилось при летней норме вывоза мусора каждый день. Такое положение дел в Кугесях администрация Чебоксарского района связала с различием на площадках мусорных контейнеров. Вчера был организован комиссионный объезд контейнерных площадок поселка Кугеси. В данном случае установлено, что контейнерные площадки, которые расположены на придомовых территориях, вывозятся регулярно. Перенакопление мусора бывает редко, но своевременно устраняется. Но выявлены следующие случаи. Значит, металлические контейнеры, которые боковой загрузкой мусоровоза возят, значит, вывозятся нерегулярно. О чем вчера был этот факт зафиксирован, и администрация поселка Кугеси направили на претензионное письмо в экоцентр и перевозчикам для скорейшего устранения недостатков. Пообщаться с замдиректора экоцентра Евгением Прохоровым представитель администрации Чебоксарского района смог лично. Во время круглого стола по обращению с отходами как раз обсуждались насущные проблемы. Скорее всего, это предложение, потому что большая претензия – это перевозчикам. Значит, ужесточить контроль за вывозом такого от перевозчиков с частного сектора в основном. Несвоевременный вывоз – не единственная проблема. Часть площадок обустроена не по правилам. Баки стоят на земле, а должны на асфальтированной площадке. Только приступаем, как говорится, устанавливать контейнерные площадки. Уже представление от пришло о том, что контейнеры стоят без площадок. Да, без площадок. Мне предложили посмотреть это представление, потому что там уже сразу наказать. У вас тоже такой случай? Да, да, да. Уже доказали. Хотя мы только отрабатываем, запускаем этот процесс. Норма федерального закона, которая предусматривала обязанности и полномочия органов местного самоуправления, была внесена федеральным законом еще в июле месяце 2018 года, предусматривающая обязанности органов местного самоуправления, их полномочия, все те, которые действуют сейчас. С большой-большой оттяжкой, что эти нормы вступают в силу с 1 января 2019 года. То есть было полгода на ту работу организационную, документационную. В этом замкнутом кругу еще множество вопросов и проблем, которым постепенно находят решение. Только бы оперативнее на претензионное письмо от администрации Чебоксарского района отреагировали экоцентр и перевозчик. И все же наладили вывоз мусора. Ирина Волкова, Андрей Шоклев, Республика.